250 мест в Омске под угрозой подтопления этой весной. Преимущественно это частный сектор города. В мэрии начали вывозить оттуда снег. Всего планируют отправить на полигон около 90 тысяч кубометров. Это немного, и от паводка, скорее всего, жителей не спасет. Но, как заявили в мэрии, владельцы домов должны сами убирать свою территорию. Чиновники даже приготовили бесплатные талоны, чтобы люди не платили за услуги полигона. Но транспортировка стоит дорого, и поэтому талоны общим объемом 50 тысяч кубометров практически не используются. По ним вывезли только 6,5 тысяч кубических метров снега, поэтому в мэрии начали убирать частный сектор сами. Все работы мы планируем завершить до 25 марта. Вот. То есть это тот пик, когда обычно проходит большое таяние снега, вот, массово. Вот, чтобы к этому времени мы основную массу снега с этих вероятных мест потопления успели вывести. Всего для борьбы с паводком подготовлено 36 спецбригад общей численностью 280 человек и 200 единиц техники. Напомню, недавно на сайте госзакупок мэрия разместила заявку на транспортные услуги для вывоза снега на 6 миллионов рублей. Вывозить снег чиновники планируют до 1 июня 2017 года.